сегодня, я специально посмотрела, прошло 20 дней после того, как я снимала видео про нормировку. Нормировку куста фантома. В грунте сидит у меня. Давайте вам покажу, чтобы вам увидеть фантома. Вы только посмотрите, какие стали побеги. Просто толстенные. Смотрите, какое стало междуузле длинное. Видите? Здесь, наверное, сантиметров 20, наверное. Вот, все побеги уже, видите, начали одревесневать потихонечку. Хотя всего только начало лета идет. Кое-где, вот видите, здесь вот. Как же показать-то? Несколько листочков, но это ничего страшного. Я думаю, там не пойдет побег. Если где-то вот тоже увижу, где-то растет слабенький побег, чтобы он не тянул соки, я его уберу. Здесь вот, вот какие побежки. Вот здесь достаточно хорошие, смотрите. И каждый побег на бутонах. Они начали закладывать. Я уже предвкушаю красоту. Смотрите, у нас оставалось, по-моему, в районе 11 или 12. Давайте пересчитаем побегов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать даже побегов. И каждый из них на бутонах. Можно было бы, конечно, еще его почистить. Потому что вот эти вот более тонкие, но куст внутри дышит, все проветривается. Так что я думаю, будем с вами смотреть дальше. Побеги сейчас могу сказать, выросли, наверное, знаете, сантиметров на 30-40, потому что он был гораздо ниже. Вот такой вот где-то был. Показываю, солнце слепляет, телефон не видно. Какие-то чуть выше, какие-то чуть ниже. Прирост дал за 20 дней колоссальный. Я считаю, это без удобрений просто. Я его, хотя после нормировки, его следовало бы покормить. Что я еще хотела сказать? Ну, надеюсь, его не придется подвязывать, потому что если будут гигантские шапки, а фантом у нас отличается тем, что у него просто пушка-ракета, огромные соцветия. Надеюсь, стебли выдержат. Ну нет, значит поставим опору и поможем ему держать его красоту. Ванилла Фрайс вам сейчас покажу. Ванилла Фрайс вот так себя ведет, тоже подросла, колоссально подросла. Вот такие вот, видите, у нее красные, темно-бордовые побеги. И вот здесь вот начинает потихоньку закладывать бутончики. Пока бутончиков нет. Вот, видите? Как показать? Стерок мешает. Вот начинают бутончики. Стебельки, видите, все достаточно крепенькие. Все хорошо. Вот, видите, что сделал? Ах ты, хулиган. Это же надо было вот раздвоиться. Ну, тяжело. Надо будет вот этот вот, видите, он такой гибкий, более молочный. Надо его убрать, вот этот оставить. Тяжело ей будет, представляете, она вот треснет в этом. И все.